Российские специалисты завершают ремонт Абхазской железной дороги. На сегодняшний день заменено 80% железнодорожного полотна. Полным ходом идет восстановление контактной сети и 4 электроподстанций. В рамках масштабной реконструкции стальной магистрали будут отремонтированы мосты и тоннели. На одном из восстанавливаемых перегонов побывал наш корреспондент Левон Галустян. Начальник Абхазской железной дороги Гурам Губас каждое утро получает сводки о ходе ремонта стальной магистрали. Его служебный кабинет напоминает оперативный штаб. Именно сюда стекается информация из западных регионов страны, где трудятся российские специалисты. Сейчас их насчитывается около 1000. Это путейцы, энергетики, связисты. У каждой бригады есть свой фронт работы. Например, мастера из Челябинска занимаются восстановлением стрелочных переводов на Сухумской станции. Ремонтные работы на станции Сухум находятся в заключительной стадии. Большинство работ уже выполнено, остались отделочные работы по приведению стрелок уже в готовое состояние. Ремонт Абхазской железной дороги вышел на финишную прямую. Уже заменено 80% главного пути. В абсолютных цифрах это означает, что из 105 километров магистрали демонтирован и по новой уложен 81 километр. Работы ведутся круглосуточно и в 3 смены. Так что данные о ходе восстановительных мероприятий меняются каждый день. Еще недавно движение по боковым путям Сухумской станции было сопряжено с большим риском. За 18 послевоенных лет они ни разу не ремонтировались. Шпалы не то чтобы сгнили, они превратились в труху. Мастера приложили много усилий, чтобы привести путевое хозяйство в надлежащее состояние. Теперь безопасность проезда железнодорожных составов полностью гарантирована. Дорога стояла в очень плохом состоянии. Невозможно было ездить с достаточной скоростью по ней. Но в настоящее время движение с установленной скоростью становится безопасным. Кроме шпал и рельсов, российские специалисты заменяют старые опоры контактной сети. Из 336 установлено 220 новых столбов. Параллельно ведется ремонт 4 тяговых подстанций и 10 тоннелей. На очереди мосты и другие искусственные сооружения. Основные работы должны завершиться в начале лета. Уже в 10-х числах июня по восстановленной железной дороге начнется движение пассажирских поездов. Примерно через месяц все эти бульдозеры, грейдеры и прочую ремонтную технику заменят пассажирские поезда. Уже в начале июня со столичного вокзала по обновленной железной дороге отправится электричка «Сухум-Адлер». Движение по этому маршруту было прервано в 2005 году. И вот 6 лет спустя оно снова возобновляется. Предполагается запустить 3 пары электропоездов – утром, в обед и вечером. Железнодорожники двух стран сейчас составляют точное расписание движения. Неизвестно пока и стоимость проезда. Российская сторона предлагает продавать билеты от Сухума до Адлера по 200 рублей, абхазская на 20 дешевле. Кстати, кроме электричек, по стальной магистрали начнет движение полноценный пассажирский состав «Сухум-Москва». Этот маршрут работал все последние годы, но в отличие от старого, к новому поезду цеплять прицепные вагоны будут не в столице Абхазии, а уже в российском Адлере. Левон Галустян, Мизан Ломия, Абаза ТВ.